Глава Чувашии подписал указ о почетном знаке «Материнская слава». Учреждение указанной государственной награды направлено на повышение роли матери, воспитание детей и укрепление семьи и станет свидетельством государственного и общественного признания заслуг матерей. Эта награда, как государственная награда, она даст право женщинам на присвоение звания ветеран труда Чувашской республики, получение не менее важного, не менее значимого звания. Ветеран труда Чувашской республики, так же как ветеран труда, которым присваивается звание по российским наградам, получает у нас ежемесячную денежную выплату в размере 1100 рублей и получает они право на денежную компенсацию за услуги связи.